Девочка поспешила сообщить гостю. А вы мне вот обещали в том году сводить меня в Кремль. Так и не сводили. Предлагаю, если все будет нормально, со здоровьем все будет хорошо, я уверен, так оно все произойдет, приглашаю тебя на 9 мая. У нас будет праздник Победы. Вот на праздник. Хорошо? Папу можно взять? Конечно, обязательно. А почему ты про маму не вспоминаешь? И маму давай возьми с собой. Хорошо. Договорились. Шестнадцатого февраля Путин посещает этот центр, пообещал Соне, что погуляет с ней по территории Кремля 9 мая. И сегодня президент это обещание сдержал. Саша, привет. Здорово. Здравствуй. Как ты? Хорошо. Ты меня помнишь? Да. Ага, молодец. Ты хотела в Кремле побывать? Да. Ну вот, я же тебе обещал, 9 мая мы с тобой же встретимся. Спасибо. Пожалуйста. Тебе понравилось? Да. А что тебе особенно понравилось? Все. Молодец. Соня и ее родители в сопровождении экскурсовода осмотрели основные достопримечательности. Отдельно они остановились у царь Колокола и царь Пушки, а также на самой большой площади Кремля Соборной. А после экскурсии Соня, ее родители и Владимир Путин отправились пить чай.